Всем привет! Приглашаю вас в новый влог. Мы в Ростове-на-Дону, гуляем по магазинам, знакомимся с городом спустя 20 лет, как я здесь не была. Приятного просмотра! Мы начали с Меги на въезде в Ростов. Здесь у нас Манго, вон там возле кекса Ревгош. Здесь Литуаль. Ну что, атакуем Ревгош. Пицца на Терензе. Так и остались. Мы в прошлый раз, да, в этом были? Да, в этом же. Я помню, в этом, возле этого корнера даже. Очень хороший выбор. Пицца на Терензе. И вот эта линеечка морская, отпускная, со звездочками морскими. Белая линейка, золотая. Это черная линейка. Понравился мне аромат Лилипор. Очень приятные корицы здесь, чабрец, полынь. Даже есть, да, полынь есть. И звездчатый анис, и даже есть моя не очень любимая нота гвоздики, но здесь все очень приятно. Он такой слегка в гурманику уходит, но не гурманика, а, знаете, такая подслаженный восток с травами. Как-то так, мне понравился очень. Огромнейший выбор виканто ароматов, очень много разных всяких. Очень понравился вот этот аромат. У них названия некоторые непроизносимые, поэтому просто буду показывать флакон и цвет. Вот такой бархатный желтый флакончик, он пахнет грушей, дыней, яблоком, цитрусовые ноты, очень много там танжерин, мандарин, апельсин и базовые ноты древесные, тоже очень красиво подчеркивают аромат. Он такой, знаете, в стиле киркоподобных, но такой более благородный, что ли, свежий и в то же время древесный. И еще нам очень-очень понравился вот этот аромат. Он пахнет лавандой, ну, то есть в пирамиде он не прям лавандой пахнет, есть просто в нем такая чистота, нота чистоты. Лаванда, очень много разных цветов, даже ландыши есть, но есть мускатный орех, сахар и табачные ноты, и он такой немного, знаете, такой как будто слегка в корично-шоколадистый, да, вот такой оттенок имеет. И цитрусовые тоже в старт, много цитрусовых. Кристине понравился вот этот аромат, и здесь лотос и сахар тростниковый. Я не очень люблю сахар тростниковый в ароматах, но в целом вот этот аромат мне понравился. Очень сладко, вкусно, такой мягкий, и есть какая-то нотка чистоты в нем. Так, еще вот такой аромат мне понравился. Да, что-то там в общем, невыговариваемое слово. Пахнет персиком, тоже есть цитрусовые нотки, пудровые, ирисовые. Ну, такой на любителя сладковатый пудровый аромат, красивый тоже. Еще вот такой аромат с розой пачули, лаванда, нагармота. Здесь много разных трав, мурав, сычуанский перец, какие-то еще. Такой достаточно насыщенный розный аромат. Вот это волшебство во флаконе. Здесь малина, кокос, ананас, слива. Стартует прям таким сочным ананасом. Жасмин самбак в сердце. Цитрусовые ноты. Очень-очень вкусный аромат. Девчонки, присмотритесь, вот так называется. Очень классный. Такой кокосовый и с тропическими фруктами. Не монококос, а такой он яркий. Еще интересный аромат PDF на морскую тематику. Здесь морские водоросли, соль, чабрец. В базе карамель, мускус, бобы танка. Он такой, знаете, вонючка из пульверизатора. Его нужно распылять на коже. Вот я сейчас распылила, и он прям вкусняшечка. Становится такой свежий, солоноватый, чуть сладковатый аромат, приятный. Такой еще есть аромат Адукс, темно-зеленый, здесь трава, ананас, береза, дубовый мох, но он больше мужской, немножко мне напоминает блюдо Шанель. Состоялось мое знакомство с знаменитым художником, здесь водоросли, сычуанский перец, красные водоросли и ягоды можжевельника, очень красивый древесный аромат. Буа Империал только лучше, мягче, нежнее, очень красивое исполнение. Молекулярно-древесное звучание в аромате, и у него очень красивое мелкодисперсное распыление. Элиса
отличный выбор ароматов. Это линейка миндальная, с миндалем мне нравится. Не вся, но, по-моему, какой-то из них миндальный аромат. И, по-моему, сам классический тоже с миндалем. Прекрасные. Люмьер. Ой, красивый. Представлен бренд New Notes. Вишенка их знаменитая, маракуйя. Вышла новиночка, мне очень понравилась. Латте мимоза. Очень-очень приятный, пудровый, нежный, лактонный, мягкий аромат с таким пушистым пудровым мускусом. Иланг-иланг, жасмин, ирис. И очень красивые пудровые ноты и сливочный мускус в базе. Очень красивый аромат на тему мимозы. Еще мне нравится мимоза у этого бренда. Здесь она есть. Есть нероли. Роза магнолия, тубероза. Вот она мимоза. Вот это мне очень нравится. Примордиалис. Он у нас тоже в Израиле есть. Очень красивая альдегидная мимоза. Роскошная. Она без пудровости. Она такая именно свежая, холодная. И не менее, кстати, красивая, чем эта. Они немного разные. Ну, то есть для любителей более прохладных альдегидных нот, таких свежих. Нероли у них классные. Тубероска. Нероли, кстати, зеленые у них, без лактонности. Тубероза красивая, роза. Ой, роза, роза, знаете, мыльная, прям мыло-мыло. Магнолия. Магнолию оттенком слышно, но я уже хорошо так понюхала ароматов. Роза-лимон, кстати, да, тестировала. Роза-лимон New Notes. Очень красивая, свежая достаточно роза. Так, я скачу по брендам. Вот этот красивый аромат. Пачули. Мне кажется, пачули пахнет. Пачули. Интуитив. Механик интуитив. Я чувствую пачули. Сейчас посмотрю в нотах, что здесь. Такие шоколадные пачульки. Табак, кожа, касториум, османтус, зеленый чай. Бобы тонко, табак и ром. Насыщенный такой аромат. Мне послышались пачули. Но их здесь нет. Ромом пахнет. Вот ром и бобы тонко. Так, еще в Rive Gauche представлен бренд Atelier Rebol. Это турецкий бренд. У меня, кстати, из этой линейки есть имбирь и лемонграсс. Или вербена. Вербена, по-моему. Вербена и имбирь. Очень хороший здесь выбор. Кстати, этого имбиря здесь нет. Мне понравился вот этот айс. Он прям ледышкой пахнет, ледиком таким. И Pure White. Он пахнет белым таким свежим мускусом. И Green Tea классный. Тоже свеженький. Очень понравилась мне вот эта роза древесная с удом, с кедром, сандалом. Здесь розовый перец, корица. Вот из-за корицы она, мне кажется, мне и понравилась, потому что такая гурманская слегка роза. Немного ощущения дает чуть-чуть как будто бы шоколадности какой-то. Какая-то шоколадная роза, как по мне. Вот этот аромат очень похож на кирки. Вот этот аромат очень похож на бакару в раскрытии. Ну, не очень, но есть бакариный дух. Очень нам понравился аромат Oud Royal. Здесь уд, мед, анагармота, жасмин, по-моему. Древесные. Да, древесные ноты, знаете, такие, как спил дерева с медом. Очень-очень сладкий, приятный медовый уд. Очень красивый зачет. Да. И мужчинам, и женщинам. Так, здесь еще представлены ортопорезия. И на Самата, но нет тестеров. Есть бренд 2787. Вот сейчас я с ним и познакомлюсь поподробнее. Вот этот Вандервагел с мятой, который у меня. Сонар имеет очень такие утюжковые ноты. Мы так унюхали, прям утюжком нагретым. И здесь есть пиво в пирамиде и тубероза. И розовый перец, по-моему. И, может быть, металл вот это есть. Да, и шафран. Шафран, кстати, металлические ноты есть отдельные. Да, да. Да. Может быть, металл, шафран вот, дает вот эту нагретость утюжковую. Интересный аромат. И пиво. Ну, вот прям пивом не пахнет, но оно заявлено здесь. Очень нам понравился вот этот прозрачный флакон. Аромат пахнет бамбуком, мускусом. Здесь, кстати, ноты прописаны. Такие вот амбретто. Флораль, орис, баттер. Ну, в общем, такой свежий,
чуть древесный аромат бамбуковый с зеленушкой. Хэштег. Мне пахнуло ладаном, но здесь даже и в помине его нет. Не знаю, что мне дало ладан. Здесь пудровые ноты. Лист фиалки, ирис и альдегида. И алибану, по-моему. И мускус кедр. Не знаю, что мне дало здесь ладан. Совершенно не пойму. Альдегиды, наверное. Альдегиды вот так мне пахнули, да. Бывает у меня такое восприятие альдегидов. Вот именно такое вот... Очень холодные такие альдегиды, прям металлические, на грани металла. Хамака. Морские ноты, кокос, сандал. И бобы танка. Очень вкусный свежий аромат с кокосовым сливочным оттенком. Кайфовый, мне понравился. Красный перец, имбирь, малина, иланг-иланг. Очень интересный, необычный аромат. Карамель. И вы знаете, все ароматы их, несмотря на наличие, вот, допустим, здесь есть карамель. Он не приторно-сладкий, он слегка сладкий. Такая нежная карамель, слегка даже лактонная. Прикольный аромат, эликсир де бомби. Очень нам понравился аромат Плюмерия, суперкритик. Про миндаль, прям здесь во главе миндаль. И он не цианидный, а такой прям ореховый, ореховый тон дает. А бобы танка тоже дают некую сладость. И пудровые ноты, ирис, гелиотроп. Обалденный аромат миндальный. Вот, знаете, при подробном тестировании ароматов вот вдруг узнаешь, что вот Плюмерия у них тоже хорошая. Хотя я 1000 раз к ней подходила и не обращала внимания. Кстати. Мы сейчас уединимся вот в такую прекрасную отдельную скамеечку, обитую бархатом. Кристиночка, да, знакомьтесь, это моя заловочка. Кристиной зовут. А то я вам показываю и не говорю, с кем я гуляю. Мы вырвались в Ростов погулять по магазинам. Пока Кристина принимает решение про Плюмерию, купить ее или не купить, мы решили по супчику том-ям перекус. И пойдем кофеек выпьем, чтобы была покупка осознанная, если она свершится. Ой, какой он густенький. И риса не пожалели. Очень вкусно понравилось нам в Мушу. Быстро все принесли, за 10 минут по QR-коду оплатили. У нас тонизирующий момент с матчей, с лавандовым сиропом. Кристуша себе заказала такой вот чизкейк с манго и маракуйей. Я у нее отщипнула кусочек. И продолжаем вон туда путь после матча. Еще хочу мансеру понюхать ароматы. Так, здесь ароматы Maori Collection Life Pleasure. Это просто улет. Какао здесь, кофе, жасмин и миндаль. Это что-то нечто. 4 ноты всего. Вроде бы все просто и понятно, но это очень вкусно. Пахнет каким-то райским наслаждением. Guilty Pleasure тоже очень прикольный. Малина, персик, манго, роза. И такой фруктовый, приятный тоже аромат понравился. Древесные там ноты, чуть-чуть, да. Аромат феникс. Очень яркая и красивая композиция. Очень много всего в ней намешано. И карамели, и нероли, белые цветы, мимоза, и чабрец, и карамель такая сладкая здесь. Очень вкусный аромат, прям вкуснятина. Кстати, это российский бренд. Очень хорошие, хорошие ароматы. Хорошо. Ценовая политика плюс-минус 7 тысяч, 4 тысячи, 6, в зависимости от аромата. Интересный фужерный аромат харизма. Здесь перец болгарский, зеленый перец. Тоже чабрец, по-моему. Разные травы муравы, такой фужерный, красивый, свежий, слегка, с легкой сладинкой аромат, очень приятный. Он пудровый, здесь ирис и фиалка прям хорошо слышны. В базе у него кедр, сандал, интересный аромат. И вот этот аромат мне понравился. Вот он, Mystery Life. Здесь роза, тубероза, жасмин, взбитые сливки. Очень хороший такой отчетливый аккорд взбитых сливок. Я его сразу слышу, он такой прям дает холодок одновременно. И сладость, и молочность. Карамель, ваниль, тростниковый сахар. Сандал, черное дерево и кедр. Очень красивый аромат, чумовой. Freedom Wife пахнет персиком, туберозой, ванилью и лимоном. Тоже красивый аромат. Прям персиковой кожурой. Очень приятный, бархатистый.
Я не люблю персики, повторюсь уже в тысячный раз, но здесь это красиво. Ароматы маиса представлены. Очень большой выбор, все линейки. Отличный выбор Монсера. Очень мне понравился Амор Кафе. Прям кофе, чистый кофе, но сладкий. Не горький кофе, а именно вот сладкий-сладкий, но прям кофейный аромат. Кофе-кофе, зерновой. Вот если вы держите аскезу на кофе, там типа 2-3 недели не пьете кофеек, загадали желание, чтобы оно сбылось, вот этот аромат вам поможет заменить чашечку бодрящего напитка с утра. Просто прекрасный аромат. Если не была знакома. Все ароматы бренда Just Box Perfumes тестируем. Очень понравился нам вот этот аромат. Carioca Head. Очень. Сейчас посмотрим, что в нотах. Манго, ананас, лимон, сандал, амброксан. Очень яркий, фруктовый, тропический аромат. С древесным подтоном. Какие-то деревяшки тут есть. И молекулярность. Да, кстати, вдохновлялись, я так понимаю, вдохновлялся бренд вот этими виниловыми пластинками. Даже крышечки у них в виде пластинок виниловых. Вот такие наборчики у них есть с сэмплами. Со скидкой 4000, чтобы распробовать все ароматы. Видите, какой у них интересный вот этот. Но они уже в основном вылаканные все, полупустые, пустые. Вот здесь нет аромата, ну, то есть нечего брызнуть, но он какой-то такой задористый, переливающийся весь. А по аромату он какой-то такой, знаете, свежесладкий. Хотелось бы, конечно, чтобы пшикнуть было чем, но нечем. Ну, вот он на фрагрантике был цветочный мускус. Нет, здесь фиалка, танжерин, белые цветы, тубероза, жасмин, жимолость. Такой свежее звучание, он был цветочный, свежий аромат. Вот это, например, это прям тосканская кожа во плоти. Тосканская кожа и, ну, это все кожаные ароматы на тему кожи. Вот этот аромат мне очень понравился, белый. У него ирис, лаванда, такие утюжковые мотивы, прям утюжками нагретыми, мускус. Чебрец, корица, вот он приятный. Приятные такие утюжки, комфортные, уютные. Такой приятный белый мускус. А в целом, если честно, бренд меня не зацепил. Вот только два аромата мне понравились. Вот этот белый и этот. Ароматы манталь и малинар представлены. В малинарде мне понравилась фига, виолет и ваниль. Ваниль больше всего. Прям очень красивая ваниль у малинар. И еще на полочку выше стоит ваниль фрутита, более... Фруктовая ваниль тоже понравилась. И османтус у них хороший, просто нота османтуса сама по себе не моя нота. Прям такая персиковость в нем ощущается. Мы уже в Калседонию зашли. Я тут таски в основном накупила. Ну и себе пару носков взяла. Вот такие с бантиками мне захотелось. Бежевые с черным и графитовые. Под мою юбку графитовые будет просто офигенно даже с этими кроссовками. Чумовые носочки. Ну и Литуаль, конечно, мы не пропустим. Анна Розенмер. Израильский бренд. Иерусалим. На иврите здесь все написано у них. Не все, имя. Свечи с петелем деревянным. Аромадиффузоры для помещения. Вижу цель, не вижу препятствий. Аберкромби. Calvin Klein, Burberry, Люксик пошел. Такие вкусняшки всякие. Смотрите, какие флаконы прикольные. И, кстати, это в Magnit Cosmetics тоже стоят. Anna Sui, кстати, я хотела протестировать. Из Anna Sui мне когда-то что-то было. Такая голова девушки у меня была. И бабочка от Anna Sui. Мне понравилась вот эта фантазия фиолетовенькая и вот эти две вишенки, пироженки. И вот эта штучка интересная, воздушный шар. Ну, я считаю, для девочек такие душки, для девчонок. Эти свежие, приятные, феечка такая. Philip Lane, Pepe Jeans. Упаковки прикольные, такие Оскар де ла Рента.
Ароматы простые, такие типа фруктово-цветочные, вот этот нежный, красивый, прям с лепкой. Голубой мне понравился, боже мой. Теперь с пакетом Калседония, Калседоница по торговому центру. И вот эти золотые тоже. Ну, простые ароматы, очень простые. Кристина знакомится с собачкой ореховой. Скажи. Скажи. Это ореховая паста. Здесь аромат ореховой пасты. Офигенные, да? Мне еще вот эти серенькие нравятся. А сколько в нем вкусняшек внутри? Там да, есть. Там и паста, и шоколад, и все, что хочешь. Просто слипнись попа. А вот и, это пожалуйста, больше. Atar Collection. Atarики. Да. Несколько ароматов представлено, не все. Я, кстати, не была вот с этим ароматом знакома. Но он такой, свежая классика, как по мне. Так, Atarчики, уже сказала. Карнал Барселона. Лазуры, Лазур Парфамс. Все ароматы, кроме новинки белого. Смотрю не в камеру и не вижу, что снимаю. И Арабеск Парфюмс. Но тоже не все. Мы плавно переместились на Пушкинскую. Здесь так хорошо. Я здесь не была много-много лет. Кафешку Сумо. И заказали себе по салатику поке с лососем. Ты тоже с лососем? Красивая такая штучка. И вкусно выглядит. Что здесь еще есть у нас? Авокадо. Икра. Авокадо, икра. Какая-то капуста, шпинатик. Редко, шпинатик, да, очень. О, там все вкусно внутри. И рис, да. Рис. Какой-то майонез. Или что это? Ну, в общем, выглядит и пахнет это вкусно, да. Какой-то соус и корни. Все, слюна пошла. Так, на этом я заканчиваю свой влог сегодняшний. От заката до рассвета мы сегодня тусим. 12 часов. 12 часов мы просто гуляем, снимаем, нюхаем. Накупила колготок здесь, Аси, носков. Душки не купила, ну, не планировала в целом. Я и так в последнее время разгулялась по душкам. И мы уже с центра приехали, приездили в центр. Там отдельный влог я вам сняла на Пушкинской, парфюмерный. И сейчас ждем брата моего. Хочу зайти купить водички, потому что я обпилась кофе. Уже начало 11, и нам надо ехать домой. А домой нам ехать на машине 1.5 часа. На этом я с вами прощаюсь. И до следующих видео. Всем пока!